Всем привет, вы на канале ArtStream, и у нас здесь новенькая игрушка под названием Bowling Steel. Так, можно как-то подойти сюда? Нет, нельзя. Вот. Тут какой-то шутанчик очередной, мы будем стрелять, убивать, бегать. О, вот это мне нравится. Подожди, я могу с ней что-то сделать? Ага. Что это было? Она меняет стиль танца или что? Ну ладно, потом. Так, выберите игру пусто. Хотите начать новую? Да? Выберите сложность. Наилучший опыт инженером. Давайте стажером будем. Стажер от новичок. Пойдет. В общем, мы где-то спали долго. Проснулись, а здесь вирус, роботы. Какие-то нападения. Непонятно что. И мы будем это все расхлебывать. Ого. О, уберите это глаза, ребят. О. А, это мы? Мы или... Мы что, роботы тоже? С прибытием, Джуниор. Первый раз в программе «Пионер». Странное чувство, да? Твое тело в капсуле на орбитальной станции, а сознание здесь, в стальной оболочке. Расслабься и не дергайся. Слушай меня, и все пойдет как по нотам. Не получится. Я понимаю, что перелет был долгим, и ты еще не пришел в себя после гибернации. Но у нас тут ситуация, и командование использует все имеющиеся ресурсы. На твоем мониторе скачки нейроактивности. Никогда не телепортировался? Не бойся, нет. Джуниор. При телепортации погибают тела людей и животных. Но сейчас у тебя нет тела. А в роботизированных оболочках сознание сохраняется великолепно. Здорово. Ой, что так все такие блики яркие, резкие. Глаза режут. Экстренные новости ты уже слышал. Радикалы запустили в нашей сети вирус, и эта дрянь побила предустановленные программы роботизированным оболочкам. В очагах заражения железяки ведут себя агрессивно и убивают все живое. Но ситуация под контролем. Идет активная фаза зачистки. Под программу «Пионер» мобилизированы все свободные жители колонии. Даже дети помогают с эвакуацией из зон заражения. И нашу строительную бригаду тоже взяли в оборот. Мы не солдаты, но всем чихать. Военных аватаров не хватает, поэтому воспользуемся оболочками инженерного корпуса. Им доступен только инструмент, но я настрою его на экстремальный режим работы. Гвоздомет под овердрайвом лучше пулемета. Твоя задача проста. Уничтожай зараженных роботов и выполняй мои указания. Есть, сэр. Все, что я знаю, так это убивать. Короче, мы роботы-аватары. Программа «Пионер» хороша, но ее интерфейс пока не доработан. Твое сознание может управлять только движениями головы и рук. А ноги с туловищем контролирует предустановленный драйвер-ходунки. Обрати внимание, в своих руках ты должен ощущать два контроллера. Для перемещения используй стик или тачскрин на левом контроллере. Для поворотов... Так, вы же как это сделал? Ну все, будем считать... Так. Во, вот так вот. Так, правый стик, повороты. Все, перемещение понятно. Дальше куда? Стрелочка показывает. Мы вот так умеем. Ну
Графон, конечно, в 2010-м остался, но ладно. В принципе, пойдет. Главное, чтобы грабельно было и на русском, и... Че еще надо? Иди в портал. Да, спасибо. Мне уже тут стрелочки показывают. Быстро мы не можем бегать? Одни порталы, игры с порталами. У нас начались. Я почему-то вспоминаю Quake. Это секция краш-тестосборочного завода. Но сейчас она работает как полоса препятствий для новичков. Пройди ее и считай, что сертификат оператора роботизированной оболочки у тебя в кармане. Здорово. Я ноги свои не вижу. Куда идти-то? Выход. Ты можешь использовать целевые объекты, алгоритм взаимодействия с которыми прошит в твоей оболочке. Попробуй снять барьер и открыть себе проход. Поднеси манипулятор к рычагу на стене. Когда ощутишь вибрацию, теперь тебе нужно освоить рывок. Этот прием поможет твоей оболочке. Че? Что-то грузит. Опа. Игруха, короче, крашнулась. Вот. Перезапустил игрушку. Сейчас посмотрим. Надеюсь, она не будет так часто вылетать. Вот здесь, да? Теперь тебе нужно освоить рывок. Этот прием поможет твоей оболочке чуть дольше продержаться в строю. Чтобы сделать рывок в нужном направлении, двигайся туда и жми активатор на правом контроллере. Если нажмешь активатор без движения, оболочка сделает спас-рывок назад. Ага, понял. И что такое? Что такое? Энергия какая-то. Она нам зачем? Это что такое? Блин, так физично. Так, нужно рывок сделать, да? Все нормально. Здесь все просто. Пройди этот коридор, не задев лазеры. Используй перемещение и рывки. И старайся не тупить. У меня таких, как ты, еще 20 новичков. Их тоже нужно обучать и координировать. Да, это легко, изи. Ща. Сейчас пройдем. С первого раза. Так, вот здесь нужен рывок. Блядь, задело. Ёб твою. Понял. Все пошло по плану. Я же не задел. Все, я понял. Надо не торопиться. Да блин. Да уж, Джуниор. 7-летние дети этот лабиринт проходят быстрее. Ну, как-то прошел и ладно. В смысле? А, типа мне дали поблажку, типа ты лох. Ну ладно, бывает, я почти прошел, я просто думал, там не заденет, а тут она резко увеличилась. Пересеките опасную зону, используя рывок, не попадитесь под заградительный огонь. А теперь крещение огнем. Используй рывки для прохождения коридора в момент перезарядки турелей. Что такое маленькое КД? Ну, хватит, может? А, она сквозь нее прям проскакивает. Понял. Да, это последний тест. Дергай рычаг и используй серию рывков, чтобы пройти, пока дверь открыта. Замешкаешься, врежешься в створку и начнешь. Все, успел. Я что-то, блядь, сразу быкуешь. За дело, салага. Иди по мостику к порталу и не бойся дождя. С таким оператором оболочка сдохнет раньше, чем покроется ржавчиной. Ха-ха. Спасибо. Чувак с юмором. Оба.
Вот эти загрузки не Quake напоминают четвертый. Там прям вот то же самое, вот так же такая обрезанная картиночка, снизу загрузочка еще была. Для этой миссии тебе понадобится напоминает. Два инструмента. Плазменная сварка и многофункциональный разрядник. Попробуй их использовать. На всякий случай выведу тебе инструкцию по эксплуатации. Спасибо. Удерживай обе кнопки Grip и вытаскивай проекцию инструмента. Просто разведи манипуляторы в стороны, и инструмент телепортируется со склада тебе в руки. Не бойся потерять инструмент. В любой момент можно достать новый. Хранилище инструментов переполнено. Ни хрена себе. Исчерпать их у тебя не получится. Столько не живут. Чтобы выбросить инструмент, отпусти кнопку Grip на любом контроллере. Отработанный инструмент вернется на ремонтный конвейер хранилища. Прикол, вот это пушки, блядь, сразу дают. Это инструменты, но все же. Подожди. Что-то именно левый Grip. О! Рок. Этот отсек изолирован. Шлюз обесточен. Ищи распределительный щит с резервным питанием. Щит опломбирован. Срежь все пломбы лучом сварки. Щит опломбирован. Срежь все пломбы лучом сварки. Подожди, это не то, да? Щит опломбирован. Срежь все пломбы лучом сварки. Да я понял, все. О. Пойдет. Батарея резервного питания сдохла. Бери разрядник. Направь разряд в поглотитель щита. Заряди батарею до предела. Давай, давай, родная. О, кайф. Все? Тяни рычаг шлюза. Красиво. Вот это мы инженеры. Неужели где-то мое образование поможет? Это энергетический комплекс холодного электричества. Реактор заглушен, потому как и оттянем этих гадов от других объектов и соберем в кучу, чтобы спецназ перебил их одним ударом. Что делать надо? Куда идти? Зона реактора заблокирована. Терминал управления расположен на уровень выше. Ищи лестницу, ведущую наверх. Ну ладно. Подожди, надо как-то, чтобы не запутаться, ну хотя бы вот так. Закрыто. Устройство обесточено. Найди распределительный щит. Начинается. Подожди. Че, сквозь стену не прыгаем, да? Да вон он, вон, все, я нашел. Отойди от меня, блядь, стена не приставай. А подожди, нет, еще это... один распределительный щит. Скрой и заряди его. Давай. Пойдет, я прям ощущаю эту пушку сварочного аппарата. Какая же тема, мы по-любому будем валить кого-то ими. Че, все наверх? А эти открываются? Че тут надо? Ну они по-любому открываются. Ну ладно. Так это энергии. Ты что с ними делать? Он не сказал, что с ними делать. Батареи распределителей терминала тоже пусты. Ты знаешь, что делать? Заряди их все. Так, где они? Какой-то самолет, вертолет. Подожди, вот они, две батареи, скорее всего. Заряжать вот эти надо. Кого зарядить? Куда стрелять? Опа, что-то изменилось? Нет. Куда заряжать-то? А, вот, вот. Блядь. Слепошары. Зарядилась. А надо подождать. Тут зарядка. Подожди, его, наверное, выкинуть и просто новый взять, да? Да. Или он зарядится потом, не? Да, он заряжается.
Так, тут нужна сварочка. Сейчас мы по-быстрому решим вопрос. Пойдет. А, модуль энергетической накачки реактора запущен. Питание отлично. Центрального терминала восстановлено. Используй рычаг запуска. Пробуди реактор. Сейчас. Готово. Запахло жареным. Чувствуешь? Сейчас здесь будет знатная тусовка. На моих сканерах тысячи агрессивных роботов. Не все они бегут к тебе. Спасибо. А мне что делать? Порталу, срочно. В смысле? Джуниор, возвращайся в портал. А где портал-то? Возвращайся, тащи свой зад к порталу. Вот это, наверное, по-любому. Быстрее, тебе отрезают путь к порталу. Вернись где? К порталу, срочно. Подожди, ну вот это по-любому вот это. Джуниор, возвращайся в портал. Может так? Возвращайся, тащи свой зад к порталу. Ладно, мы просто побежим прямо. Но это маловероятно, нам скорее всего надо было там. Стой, назад! Ни хрена себе. Не время геройствовать, у нас еще полно дел. Я заблокировал шлюз, это их немного задержит. Давай, а, получается, мы должны были бежать все-таки назад. Блять. Бинго! Под реактором есть технический портал. Спускайся вниз и найди его. А, вот мне открыл он путь, спасибо. Я же знал, что дверь-то рабочая. Берегись разряда, эта оболочка нам еще нужна. Спускайся вниз. Используй лифт. Ага. Пульк. Вот так на кнопочку элегантно нажимай. Давайте мне уже пушку и будем убивать их. Чему? Шлюз разрушен. Прорвались, гады. Советую поторопиться. Портал спасибо. Будет активен всего несколько секунд, чтобы зараженные оболочки не успели через него пройти. Прыгай окей. В портал. Скорее. Все, улетело что-то. Кипишуешь зря. Ну так, вроде ничего пока. У нас мужичок так проводит. Это серверная киберлаборатория. Первые агрессивные оболочки появились здесь. В комплексе провели эвакуацию и зачистку. Врагов быть не должно, но это не точно. Поэтому я подготовил прошивку овердрайва для твоих инструментов. В режиме перегрузки они проработают не... Твоя задача — найти и уничтожить зараженные серверы в этом блоке. Двигай свой железный зад! Не указывай мне, понял, да? Так, давайте продолжим в следующей серии. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Где вы там? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ниже ссылочка в описании на паблик ВКонтакте. Это тоже все заходите. Все, до следующих серий. Всем пока.